У героя этого видео много не только свободного времени, но и игральных карт. Молодой человек расставляет колоды по принципу домино, образуя из них змейку. А дальше вопрос техники. После падения первой карты остальные складываются друг за другом. Очень любопытно наблюдать за тем, какую фигуру эти карты образуют. А вот не менее завораживающее видео. Из пластичного материала девушка решила приготовить мини-завтрак. Начала с посуды. Изготовила тарелки, чашку, столовые приборы и даже разделочную доску. Затем приступила к продуктам. Смастерила миниатюрную яичницу, сосиски и круассан. Завтрак получился на славу. Красивый, аппетитный, жаль, не настоящий. Отличное дополнение к мини-завтраку – мини-стул из моркови. Такую необычную поделку сделал автор следующего видео. О толстой морковке он, как художник, отсек все лишнее. Острым ножом вырезал ножки, сиденье и спинку стула. Смастерить такое чудо по силам не каждому. Только настоящий мастер может выполнить столь ювелирную работу. И в конце подборки более прикладное занятие. Из обычных речных ящиков авторы ролика решили изготовить ни много ни мало, а стеллаж. Покрыли ящики лаком, привинтили ножки и скрепили части между собой. Получился стильный, а главное функциональный предмет интерьера. Только посмотрите, сколько полезных вещей он может вместить. Авторы ролика могут смело претендовать на звание победителя рубрики «Смотри, что могу».